пройдет круглый стол для врачей, которые проводят предабортную консультацию на базе больницы с участием и врачей из других районов. Этот круглый стол проведут представители благотворительного фонда «Покров». Будет также посещение социального приюта, посещение коррекционного центра, посещение 7 января правящим архиереем со священнослужителями нашего родильного дома. Вот, с поздравлением тех, кто в эти дни явится на свет Божий, младенцев. Также 10 и 11 числа по согласованию с отделом образования в 9-11 классах всех средних школах пройдут беседы с учащимися. И, конечно же, окончится эта акция 11 числа покаянным молебном во всех храмах. Но в Лиде этот молебен совершит правящий архиерей в храме всех святых в 18:00 совместно с прихожанами и врачами наших больниц.